24 мая, РИА Новости. РФ рассчитывает на внятную и критическую реакцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на санкции Украины в отношении МИА «Россия сегодня», заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Под нашим прессингом он, Дезир, все же очень резко отреагировал на арест Вышинского. Это, по сути, стало первой публичной реакцией международного сообщества на это безобразие. Мы рассчитываем и сегодня получить внятную и критическую реакцию от Дезира, как и в случае с арестом нашего журналиста, сказал Лукашевич. Ранее Киев включил в санкционный список МИА «Россия сегодня» и портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский арестован. Также на Украине заблокирован доступ к сайтам россия-сегодня.рф, sputniknews.chon, ria.ru, arsport.ria.ru, 1prime.ru, reality.ria.ru, сообщается на сайте украинского президента. Решетка Александр Лукашевич, решетка Украина.